Первый фортепианный концерт Чайковского действительно один из самых, наверное, исполняемых фортепианных концертов, который звучит практически в каждом зале и во всех уголках мира, и далеко даже не один раз в сезон. И несмотря на свою популярность и, как бы казалось, узнаваемость почти что каждым человеком. Что касается третьей части, это скрипичная ронда, где надо быть предельно ритмичным и технически подготовленным, так как все подголоски очень слышны. Особенно это касается перекличек с кларнетом, где флейта играет в третьей октаве, и даже в самом быстром темпе должны быть слышны все ноты. Предположим, вот эти места. Но основное соло, конечно же, это во второй части, которое хотелось бы подробно разобрать. Ритм 6 восьмых и 4 такта до вступления. Струны играют лишь пульсацию на пиццикато. Потом нужно абсолютно точно вступить без тычка, мягко и красивым звуком. Что может помочь в этом деле? Во-первых, то, что вы должны изначально сконструировать логически построение этой фразы. Я думаю, что здесь 8 тактов нужно конструировать как 2 плюс 2 плюс 4. То есть как 2 такта, 2 такта и 4 такта. То есть получается, что сначала вопрос-ответ, потом разрешение, так сказать, этого всего. Дыхание очень важно, чтобы не рвать вот эти вот 4 очень такта. Очень важно обратить внимание еще на использование вибрато в этом соло. Вообще вибрато, это, на мой взгляд, это все-таки окрас звук, который мы часто используем неконтролируемо. Очень важно, что ровное и объемное звучание без вибрации зачастую звучит более экспрессивно, чем бесконтрольная игра с использованием этого использованием этой краски. Собственно говоря, есть счастье и загадка нашей профессии, когда кажущаяся легкость в исполнении несет в себе анализ, контроль, расчет и огромное количество часов работы над такими, казалось, простыми восьмитактами соло.